И сегодня в честь 175-летия Абая Кунанбаева с участием акима области Даниила Ахметова и местных аксакалов состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэту. С начала года по всей стране отмечается 175-летие Абая Кунанбаева. В связи с карантином большинство из них состоялись в режиме онлайн. Сегодня общественность отдает дань уважения выдающейся личности Абая. В семье в честь знаменательного события прошла церемония возложения цветов к памятнику великому мыслителю. Отдать дань уважения памяти великого земляка в город приехал аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов. Вместе с акимом города Ермаком Салимовым и местными аксакалами глава области возложил цветы к подножию памятника. Вся философия целостности Абая, его мировоззрение, его позиция, его направление для будущих поколений – все это плоды и победы не только одного народа, но и всех народов, проживающих в Казахстане. Поэтому его вклад в дело народов мира неоспорим. Сегодняшний день – это национальный праздник. Это праздник, который особенно важен для подрастающих поколений. Поэт, композитор, просветитель, философ, основатель казахского литературного языка и литературы Абай оставил большой след в культуре своего народа. Способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов. Ввел в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы. День Абая стал радостным событием для нашей страны. В этом году впервые мы отмечаем День Абая, отмечаем праздник на высоком уровне. Это очень важно для нашей страны, особенно для молодежи. Пусть будет спокойствие, пусть будет здоровым и благополучным наш народ. Поздравляю всех с праздником. Очень правильно, что день рождения Абая стал государственным праздником. Он проделал огромную работу для казахского народа. Он дал мудрость казахскому народу. Нельзя забывать Абая. Нам нужно рассказывать о нем нашим детям. Известно, что пропаганда богатого наследия Абая не ограничивается лишь одним днем. Однако утверждение самостоятельной даты принятия соответствующего постановления правительства способствует пропаганде его имени на новом уровне, считают представители общественности. Саулия Байгалиева, Бердыбек Кармбай, Айдос Аткалиев, телеканал «Семей».